воскресных по утрам. Удача в мире, Дэнди, прямо в дом приходит вам. Слушай, по уху и смотри во все глаза. А ты узнаешь очень много меньше, чем за полчаса. А нам в создании передачи помогает магазин. Он называется Дом Дэнди, в нашем мире он один. В мире Дэнди. Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире программа «Мир Дэнди». Спешу вас поздравить с началом зимы. До Нового года остается какой-то месяц, а это значит, что пора думать о подарках. А что может быть лучше, чем любимая игра из дома Дэнди? Как раз сейчас об этих играх и пойдет речь. Найди свою игру. Компьютерная приставка, видеоигра, картридж, диск, журнал или самый обыкновенный джойстик в магазине «Дом Дэнди». Все это и многое другое. Огромный выбор. Вау! Виртуальная страна для реальных геймеров. Альтернативы нет. «Дом Дэнди». 47-41-96. Богдана Хмельницкого, 33. Ах, сказки, сказки. Честно говоря, я уже вышел из этого возраста, но иногда вновь хочется туда вернуться. Я представляю вам удивительную игру на Sony PlayStation «Гарри Поттер». Это начинает становиться похожим на всемирное безумие. Сначала появилась книга, завладевшая умами миллионов людей, и тогда все задумались, а почему бы не перенести популярного героя книги «Гарри Поттер и волшебный камень» на экраны телевизора? Вот так, почти в одно и то же время, появились фильм и видеоигра. И хотя этот хит должен выйти на многих платформах, PlayStation достоилась в чести первой показать нам эту игру. Сюжет в двух словах рассказать просто невозможно. Он занимает сотни страниц. Но если попытаться, то все выглядит примерно так. Маленький веселый мальчик попадает в школу мастерства черной магии. Здесь он встречается с новыми друзьями, врагами, посещает классы, учится магии и применяет ее на практике. Диалогов в игре огромное количество. Почти с каждым встречным в школе можно побеседовать, получить задание, узнать нужную информацию и даже выучить новые воспоминания. Все это помогает в большей степени проникнуться в захватывающей атмосферой игры. Управление в игре чрезвычайно легкое. Гарри сам прыгает через ямы, залезает на возвышенности. Все, что требуется от нас, так это бегать и выделывать различные пасы руками для реализации очередного заклинания. Наше приключение одним замком не ограничится, ведь в этот волшебный мир огромен и почти везде нужно побывать. А никто не говорил, что это будет легкая прогулка. На всем нашем пути будут вставать физические и умственные препятствия. И для того, чтобы их преодолеть, одной магии будет недостаточно. Но если вы настойчивы и целеустремленны, то вы обязательно пройдете эту незабываемую игру. Игровые новости о самом последнем, что случилось на этой неделе. GameCube появился в Америке с тремя играми: Luigi Mansion, Wave Race и Звездные войны. На том же GameCube готовится к выходу самая хитовая игра на Dreamcast – Crazy Taxi. А на PlayStation готовится к выходу сиквел старой дэндевской игры – Ghost and Goblins со странным названием «Максимум». С гладиатором это никак не связано. Thank you.
этот раз вы не супергерой. Вы не гонитесь за славой, вы гонитесь за деньгами, за новыми контрактами. Вы хедхантер, охотник за головами. Dreamcast жив, Dreamcast жив. Dreamcast будет жить, пока на эту платформу выходят такие хитовые игры, как Headhunter. Не спорю, может быть кое-что и позаимствовано из Metal Gear Solid, но собственная концепция и сюжет игры довольно оригинальная. Нашего героя зовут Джек Уэйн. Этакий здоровенный небритый детина в очках и с пушкой. Профессия охотник за головами. Игра начинается с того, как наш герой просыпается в больнице после амнезии и ни черта не помнит из своей прошлой жизни. Вам предстоит вспомнить свое прошлое, попутно отлавливая и уничтожая криминальные элементы города. Так что заряжайте пистолет и вперед за очередным титулом спасителя человечества. В игре несколько огромных городов перебрасывает вас на очередное место действия не сюжетная линия, а собственные ноги, а если точнее, колеса любимого мотоцикла. Такие моменты игры начинаешь задумываться над жанром. А может это все-таки гонка, но прибыв на уровень, сомнения развеиваются. Нет, это экшен. И как во всех экшенах, вам предстоит взрывать, стрелять и уничтожать всех, кто стоит на вашем правильном пути. Джек хоть и крут не в меру, но даже против своих врагов на открытой местности ему не выстоять. И поэтому придется вспомнить все, чему обучали в школе. Вы можете стрелять из-за угла, отвлекать противника бросанием пустых гильз, незаметно подкрадываться из-за спины и сворачивать шею, или просто же парализовать кого-нибудь. Все эти трюки не раз спасут вам жизнь и помогут уничтожить противников без лишнего шума. Также, помимо всего перечисленного, вам предстоит по ходу игры решать множество загадок, находить и применять различные предметы, спасать заложников. Не забывайте, что охотник за головами – это не только гора мышц, но и небольшое количество головного мозга. Если первый уровень, не напрягаясь, можно пробежать минут за 10, то уже к третьему уровню ситуация кардинально меняется. И вы поражаетесь длительностью заданий и размерами этапов. Если это супермаркет, то настоящий, двухэтажный, с кучей подсобных помещений, подвалом, лифтами и лестницами. Тут есть где поплутать. Постепенно, улучшая свои навыки, Джек может сдавать экзамен на повышение квалификации, что дает нам более глубокий доступ к базе данных, новое оружие и более тяжелые контракты. Отдельно хочется затронуть сюжетную линию игры. Здесь она имеет огромное значение, пронизывая своей паутиной весь игровой процесс. И ни на секунду не давая забыть, кто вы такой на самом деле. Джек Уэйн, охотник за головами. Вы будете часами копаться в базах данных, рассматривая информацию о лидерах преступных группировок, о целях миссии, о своем прошлом. И уже ближе к середине игры вы поймете, что еще одна игра приблизилась к легендарному Metal Gear Solid. Так что ни за что не пропустите один из самых классных экшенов на платформе Dreamcast. И не забывайте, Dreamcast еще долго будет жить, если будут появляться такие игры, как Headhunter. Фанаты секретных материалов, прильните к экранам. Начинается третий сезон вашего любимого сериала. Петька и Василий Иванович 3. Сомневался, что они рано или поздно вернутся. Петька и Василий Иванович, перевернувшие весь мир вверх дном и собравшиеся на заслуженный отдых, недолго расслаблялись. Опять мир под угрозой катастрофы. В Америку попала вся деревня Гадюкина. А миграция такого количества русских грозит необратимыми последствиями всемирного масштаба. Так что наши супергерои опять в бою. Но и мы вместе с ними, в качестве головного мозга. Ведь со времен прошлой части ни Василий Иванович, ни Петька думать так и не научились. Поэтому вся мыслительная деятельность
поездки в этом квесте ложится на наши широкие плечи. Сказать, что игра сложная или простая, я не могу. Кто-то может и за день ее пройти, а кто-то месяцами мучится. Хотя, в принципе, почти все загадки в игре логически объяснимы, и нам не придется прибегать к нудному методу тыка. Но иногда встречаются и идиотские действия. А как еще объяснить выстрел с базуки, произведенный Василием Ивановичем, в потолок склада из-за того, что Петьке просто захотелось пальнуть и неважно куда? Пойди здесь догадайся, что делать. Одно известно точно. Игра смешная, и это еще легко сказано. Искрометный русский юмор лезет изо всех щелей этой игрушки, заставляя нас смеяться над каждой фразой или действиями наших героев. Если бы эту игру перевели на английский язык и выпустили на Западе, то там бы не поняли и половины шуток. Так что мы можем гордиться за российских разработчиков, выпускающих такие крутые квесты. А у меня смутно зарождается мысль, что это далеко не последние приключения героев. Ведь сколько еще мест осталось в этом мире, где не посеяли хаос и беспредел Петька и Василий Иванович. А на 80% милиционер. Я про него в газете читал. В «Пионерской правде». Что я вижу? Кража казенного имущества? Да вы что, ребята, из России, что ли? Найди свою игру. Компьютерная приставка, видеоигра, картридж, диск, журнал или самый обыкновенный джойстик. В магазине «Дом Дэнди». Все это и многое другое. Огромный выбор. Вау! Виртуальная страна для реальных геймеров. Альтернативы нет. «Дом Дэнди», 47-41-96. Богдана Хмельницкого, 33. Ну вот, наша программа и подошла к концу. Нам очень грустно с вами расставаться, но ничего, доживите до следующей недели. И не забывайте о подарках. Магазин «Дом Дэнди» поможет вам в их приобретении. Заходите к нам, смотрите нас. До новых встреч!